знает, у нас сегодня машина Ford Focus 2002 года, 1.8 TDCi. Проблема была ошибка P2291. Это низкое давление прокручивания стартером, низкое давление в рампе. Вот. До этого был заменен насос, ремень ГРМ. Вот. Ну и не могли завести соответственно его в объект. Завели его только с буксира. Вот, перемыли две форсунки вот эти вот. Но все равно воздух не был. Конечно, гирлянда была. Куча хомутов вот таких вот хозяин понаставлял. Чего я не рекомендую делать. Нужно все менять. Все это под замену. Машина работает, тем не менее. Форсунки под ремонт. Две из них бьют в обратку очень сильно. Вот. Машина, в принципе, не дымит. Ошибка была английским ИП. ИП Питер 2291. Решилась проблема с заводкой только с буксира. Ну вот так вот. Пишите в комментариях вопросы, задавайте. На все отвечу. Всего всем благословений. Пока. Thank you.